В этом видео я расскажу вам самые интересные факты из жизни Акена Акенузю. А вы знаете, что Акен весил 130 кг? И как же ему удалось похудеть? Какие отношения у Акена с Эбру? Ставьте лайк и поехали! Молодой, перспективный, талантливый актер появился на экранах всего 5 лет назад. За это непродолжительное время уже успел заслужить горячую любовь публики, уважение коллег и положительные отзывы критиков. Акен родился 22 сентября 1990 года, а не 1 января, как пишут почти все русскоязычные сайты. Мама Акена, известная турецкая актриса Озлем Акенузю, очень хотела, чтобы сын пошел по ее стопам и продолжил актерскую династию. Но мальчик не интересовался лицедейством, гораздо больше его влекло к точным наукам. Он успешно закончил учебу на математическом факультете одного из столичных колледжей. Акен решил продолжить обучение. Так как его семья достаточно обеспечена, родители смогли отправить единственного сына, у него нет ни братьев, ни сестер, на учебу в Америку. В 17 лет поступил в Калифорнийский университет Беркли, продолжая там постигать математические законы. Живя в Соединенных Штатах, будущий актер увлекается театром, посещает множество постановок и все чаще задумывается о том, чтобы самому стать актером. Не откладывая дело в долгий ящик, Акен становится членом университетского театрального кружка, а вскоре начинает обучение на курсах для молодых актеров. В возрасте 24 лет парень получает первый кинематографический опыт. Его приглашают сняться в кинокартине «Дьявол» производства Словения и Хорватия. Роль была совсем крошечной, но начинающий актер получил неоценимый опыт, находясь на съемочной площадке, общаясь с членами съемочной группы, получая указания режиссера. После этого вернулся на родину и очень быстро получил роль в грандиозном проекте «Великолепный век. Империя Кесем». После этого предложения об участии в съемках молодой актер получает завидным постоянством, и каждая его роль вызывает горячий отклик со стороны зрителей, особенно прекрасной половины человечества. Это вполне объяснимо. Молодой актер очень хорош собой. Темные волосы, карие глаза, обаятельная улыбка и атлетическая фигура при росте 1,8 метров. Его вес составляет около 75 кг. Теперь поговорим о личной жизни Акена Акенузю. Акен Акенузю пока только на взлете актерской карьеры, поэтому интервью с ним не так много. Тех немногих, что уже появлялись, молодой актер предпочитает говорить о работе, ролях и творческих планах, а не о личной жизни, поэтому о нем известно довольно мало. Актер когда-то весил 130 кг и сильно страдал от лишнего веса, но в один прекрасный момент взял себя в руки и решил похудеть. Благодаря своему целеустремленному характеру Акен достаточно быстро перевел себя в форму. Молодой человек регулярно занимается спортом, всем другим направлением предпочитая фитнес, очень любит животных, придерживается вегетарианства, а в свободное время проводит либо с семьей, либо с друзьями, внимательно относится к своим подписчикам в социальных сетях, старается читать все комментарии, говоря, что таким образом получает поддержку и вдохновение. Доподлинно известно, что молодой человек не женат и жены пока у него нет. Одно время ему приписывали роман с партнершей по сериалу «Ветреный» молодой турецкой актрисой Эбру Шахин, но молодые люди опровергли слухи, объявив, что они только коллеги и друзья. Появилась информация о том, кто же на самом деле его девушка. Выяснилось, что это Сандра Постамовчиян, американка армянского происхождения, давняя подруга еще со времен учебы в Америке. Молодые люди знакомы 7 лет, из которых 4 года встречаются. По данным некоторых источников, у Сандры доверительные и теплые отношения с матерью Акена. Начавшись проходной ролью в фильме «Дьявол» в 2014 году, фильмография Акена за последующие 5 лет пополнилась несколькими, гораздо более заметными проектами.
Вскоре после возвращения из Америки актер сыграл роль Али в популярном сериале «Великолепный век. Империя Кесем», вышедшем на экране в 2015 году. В следующем году молодой турецкий актер участвует в сериале «Друзья – это хорошо», но проект закрыли после съемки нескольких эпизодов из-за низких рейтингов. 2017 год подарил Акыну первую главную роль. Сериал «Семья Аслан» не стал сверхпопулярным, а вот персонаж Мурат сделал актера знаменитым. Его партнершей стала красавица Бурджу Осборг. Тогда же снимается еще один сериал с участием Акына «Право на престол Абдулхамид», где играет Амара. Весной 2019 года на экраны выходит сериал «Ветреный», где у нашего героя опять главная роль – Миран. Захватывающая история о любви и мести увлекла не только съемочную группу. После выхода первых серий стало понятно, что за событиями сериала будут с интересом следить множество зрителей. Постоянно растущие рейтинги это подтверждают. На своей странице в Инстаграме Акын частенько выкладывает фото с рабочими моментами. На юг Турции в городок Мардин, где проходят съемки, в апреле приехала Сандра Пастемолчиян, чтобы побыть с любимым. Несмотря на молодость, наш герой добился уже много, а значит биография Акын Аканазю будет и дальше пополняться информацией о сыгранных ролях, масштабных проектах и заслуженных наградах. А вам нравится этот прекрасный актер? Если да, то ставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.